Добрый вечер, дорогие товарищи. Сегодня заключительное занятие в нашем учебном семестре Университета рабочих корреспондентов. Оно будет проходить в виде семинара. И тему мы выбрали — текущая ситуация в Украине. Должен напомнить, что мы проводили уже семинарское занятие. Но бывают периоды в истории, когда развитие таким быстрым темпом, что не то, что там плавно, месяцами, годами, а за буквально считанные дни ситуация резко меняется. И то, что было 2 месяца назад, и сегодня, уже несравнимо. Поэтому вот общее предложение еще раз обсудить эту тему. Тем более, значит, я думаю, что все вы читаете прессу. Вот в 9-м номере газеты «Трудовая Россия» опубликована хорошая, так сказать, добротная статья, посвященная фашизму на экспорт. Она подготовлена рабочей комиссией Центрального комитета РКРП. Вышла на днях газета «Народная правда». Вот прямо здесь замечательная статья сегодня об этой фашистской угрозе. Сегодня. Самая свежая. И красная буква еще написана. Да. Самая свежая. Вверху красная буква. Я думаю, все это будет... И вот красные буквы. Что это американский фашизм на Украине? Я думаю, эти статьи будут замечательным подспорьем понимание этой темы. Ну и, как сказать, водится, нужно какой-то для затравки, что называется, кому-то, так сказать, начать семинарское занятие. У нас есть желающий Попов Михаил Васильевич, профессор, доктор философских наук. Пожалуйста, минуток на 15. То есть затравка кого-то новенького, да? Здравствуйте, товарищи. 9 мая мне пришлось участвовать в заседании круглого стола «Угроза фашизма в Европе», который проходил в городе Афины, столице Греции. Значит, круглый стол организовал комитет ветеранов антифашистской борьбы, Коммунистическая партия Греции. Они контактировали с Российской коммунистической рабочей партией и просили меня туда направить в качестве эксперта, как члена редакционной коллегии журнала «Международный коммунистический обзор» от журнала ЦК РКРП. От журнала ЦК РКРП «Советский Союз». Поэтому я должен был выполнить задание, которое товарищи из РКРП мне дали, а именно встретиться с заведующими отделами по этому вопросу, по вопросу о фашизме на экспорт. Во-первых, и должен сказать, что мы не встретили там, так сказать, должного понимания. Вот, причем не встретили не по каким-то таким причинам мелким, а в силу того, что, скажем, определение Димитрова фашизма практически они не принимают. Дескать, оно вот не самое хорошее, а вот был еще 5-й, 6-й конгресс. Я встречался с заведующим экономическим и экологическим отделом товарища Папандопола и с Вагенусом Филисиусом. Вот, значит, характерно, что портрет Димитрова вот так вот очень красивый не висит, а стоит у двери, так, как бы вот, приготовленный на вынос. Вот довольно-таки странно. Хотя мы с ними договорились, что они постараются решить вопрос об участии в подготовки конференции, посвященной Конгрессу, Первому коммунистическому интернационалу, Первому Конгрессу коммунистического интернационала. И, так сказать, они обещали этот вопрос поставить у себя на политбюро. Так сказать, как-то очень сложно там вопрос о конференциях осуществляется. Вот. А что касается их соображений, они как-то вот говорят о капитализме, но в капитализме его высшей и последней стадии как-то не очень он рассматривается, не очень принимается во внимание. И не очень принимается во внимание, что есть
небольшая горстка высокоразвитых империалистических держав, которые грабят весь мир, что, собственно, написано в империализме как высшая стадия. У меня такое сложилось впечатление, что товарищи капитал изучали, конечно. Но как-то вот империализм как высшая стадия капитализма то ли не освоили, то ли недооценили. Во всяком случае, какой-то у нас был разговор довольно странный, поскольку речь шла вообще о капитализме, а всегда ведь речь идет о конкретном капитализме, о том, который сейчас есть. И именно этот конкретный капитализм, империализм, как загнивающий капитализм, рождает империализм. Ну вот, так сказать, мы побеседовали, высказали, так сказать, наши соображения, которые в этой статье рабочей комиссии Российской коммунистической рабочей партии зафиксированы. И сказали, что у нас не такая ситуация, как на Украине. Мы в состоянии опубликовать статью, без того, чтобы она была и в журнале общем. Хотя мы настаиваем на том, что было рассмотрено это на коллегии, чтобы коллегия это обсудила, чтобы мы хотим посмотреть на тех, кто будет защищать американский фашизм в Европе и подпорить с ними. Вот. А если товарищи считают, что не нужно называть там фамилии, имена оппортунистов и ревизионистов, то это ведет как раз к тому, что начинает угасать тот журнал, который задумывался как такой коммунистический полюс. Ну вот это вот такие переговоры. А что касается следующего дня, на следующий день это было возложение цветов к памятнику советским воинам, погибшим в борьбе за освобождение от фашизма в Греции. Вот. Наших там войск не было. Это оказались пленные наши солдаты, которые освободились из плена и участвовали в партизанской борьбе вместе с греческими коммунистами. И затем состоялся большой круглый стол. Круглый стол проходил в Центральном комитете Коммунистической партии Греции. Было много очень людей. Осуществлялся синхронный перевод. Ну, собственно, на два языка, английский и русский, с греческого и обратно. И там присутствовали представители с Украины, с борьбы, из информационных центров российских, которые, аналитических, которые занимаются анализом ситуации на Украине. И, в частности, присутствовал один из авторов вот этой книги «Неонацизм и Евромайдан». Эта книга выпускается срочно на английском и русском языках, но привезли они только вышедший английский, русский еще пока не вышел. Но тем не менее, здесь вот обстоятельно я за время, так сказать, поездки прочитал ее и хочу сказать, что здесь представлены документы, которые однозначно говорят о том, что программа, скажем, партии «Свобода» нынешней, которая, как показано, изначально называлась социал-националистическая партия Украины, то есть почти так же, как фашистская партия, только с перестановкой слов. Программа аналогична программе фашистской партии обычной, так сказать, вдобавок это не просто фашизм, это нацизм, вот в том смысле, что здесь отношение к другим нациям как к второстепенным, как к таким, которые являются неполноценными, ни о каком равенстве наций там и духа нет. И речи нет. Ну вот, эта партия переименовалась, вошла в парламент, а по существу она, так сказать, духовный вдохновитель вот этих самых сил. Хотя, конечно, считать, что вот все это, так сказать, рождается на Украине, это будет неправильно. И надо сказать, что все, кто выступал на этом круглом столе, это прежде всего вот один из авторов этой книги, товарищ Бышок, вот он здесь есть, он присутствовал, товарищ Бондаренко, вот товарищ от борьбы с Украины и другие товарищи, которые выехать-то выехали, а въехать-то вряд ли они обратно въедут на Украину, где-то туда въехали. Так что судьба их еще и неизвестна. Они все однозначно показывали, что да, действительно, на Украине фашизм. Значит, наши уважаемые товарищи греки дали мне последнее слово. Вот я выступал последним, поэтому я поблагодарил за мудрость, поскольку, так сказать, поскольку все уже выступили, все рассказали, мне остается только подвести итоги. А итоги состоят в следующем, что все так или иначе отмечали, что есть помощники у этого самого фашизма на Украине, есть направители, есть организаторы, есть люди, которые снабжают необходимой техникой, снабжают финансами,
И все указывали на Соединенные Штаты Америки. Поэтому я говорю, что мне нужно вот сделать только, так сказать, один вывод. Или мы скажем, что этот вот украинизм это плод, фашизм это плод Украины, или это фрукт, который вырос на американском дереве, на дереве американского финансового капитала. Ну а учитывая, что у нас и на Украине, и в России банки пока имеют такую ставку, что они практически не обслуживают производство. У нас в России 11,5, а в Соединенных Штатах Америки 2,5-3, в Западной Европе 3-4. Получается, что наша промышленность, и российская, и украинская, я не случайно говорю и о российской, потому что тут вот нам тоже нужно об этом думать, об этой опасности, которая есть. У нас сращивается промышленный капитал, российский, украинский, с банковским, американским и западноевропейским. И вот получается такой империалистический симбиоз. Не такой, что вот российский капитал сращивается с нашим банковским. У нас не банковский, у нас закрывает один за другим эти липовые банки, которые ничем, кроме как ростовщичеством, не занимаются или мошенническими операциями. Вот сегодня уже о Мособлбанке идет речь, разговор. Поэтому опасность это общая, и надо сказать, что если мы хотим ответить на вопрос, какой это фашизм, то вот сказать, скажем, что это фашизм украинский, ну это значит, что, я думаю, не учесть того, что сделал украинский народ в борьбе с фашизмом, не учесть того, что это вот такая страна, по которой прошел фашистский сапог и туда, и обратно, и нет там пяди земли, на котором бы немцы не осуществляли свою фашистскую политику. И поэтому это и сейчас видно, потому что вот когда мы видим столкновение между разными представителями, даже находящиеся вроде на разных полюсах, когда там украинская армия и силы самообороны, они сплошь и рядом уклоняются от лобовых столкновений, и, несмотря на настоятельные требования, причем поддержанные эмиссарами Соединенных Штатов Америки, вплоть до директора ЦРУ и заместителей государственного секретаря, несмотря на все это, тем не менее, делается, так сказать, имеет место стремление, так сказать, не допустить дополнительного кровопролития и ограничиться, в том числе и выстрелами в воздух, и, так сказать, и расходованием боезапаса. Поэтому я говорю, что мы должны сделать тот вывод, который мы обязаны сделать в этой ситуации, что вот тот волк, который находится в овечьей шкуре, он прикрывает этой овечьей шкурой только вот ситуацию у себя в стране. Там еще имеет место демократия, там можно говорить о выборах, о голосованиях. Что касается вот Украины, а можно брать и не только Украины, можно брать Югославию, Ирак. Вы знаете, что в Ливии сейчас идет теперь непрекращающееся разрушение всякого государства. В Сирии, значит, осуществляется та же самая попытка, как на Украине, только она не получила развития такого, чтобы удалось сломать буржуазно-демократическое сирийское государство. Как вы понимаете, там это все государство не коммунистическое, не социалистическое. То есть идет борьба за передел мира, поскольку раздел мира осуществлен. И эту борьбу возглавляет, осуществляет Соединенные Штаты Америки. И самое главное впечатление, которое я вынес вот из этой поездки, это впечатление такое, что вот мы в России, когда, например, рассматриваем события в Югославии, в Ираке, мы говорим, вот такие-сякие, так сказать, американцы, империалисты и так далее, у нас это выражается в негативном отношении. А если мы поставимся на место, там, скажем, бельгийцев, голландцев и даже французов, они это воспринимают по-другому. Видимо, когда они видят, что соседнее государство уничтожают, они примеряют это на себя. И побаиваются, что то же самое произойдет и с ними. А может и произойти. Вот кто-нибудь может дать гарантии, что они не выберут очередную жертву из числа даже своих союзников и будут с ними разбираться. Тем более мы знаем, что вот вошли в Евросоюз эти страны прибалтийские, и что? Нету там промышленности не стало, вот, только сельское хозяйство. И причем продукция сельского хозяйства не нужна, поскольку есть предложения в самой других странах Европы. Возьмите вы ту же самую Грецию. В Греции как и в ужасе все, потому что пенсии падают, зарплаты сокращаются, долг на них вешают. И помощь Евросоюза состоит в том, что вот когда накапливается большой процент по долгам, то тогда вот Евросоюз помогает
оплачивает эти проценты, и, следовательно, эти деньги по оплате процентов идут кому? Они идут банкам, крупнейшим банкам, которые, собственно, должны эти проценты получить. То есть, так сказать, под предлогом помощи Греции, так сказать, накачивает эти самые свои собственные банки, и в этом, собственно, и состоит их помощь. То же самое вы знаете в Испании, это трепетала уже Италия. То есть надо сказать, что вот это такая, можно сказать, систематическая политика, планомерная, поскольку теперь это не делается только через ЦРУ. Есть у Маккейна институт соответствующий демократический, который получает финансирование от государства, он на это финансирование обеспечивает так называемую независимую прессу, которая годами работает в всех странах, которые должны быть объектами деятельности этого центра. Есть карта, на которой зеленым цветом закрашены те уже, которые идут в кильватере Соединенных Штатов Америки, а синим закрашены те, которые не идут. Китай, Россия, Иран, КНДР и так далее. То есть это, так сказать, такая систематическая, вот очень характерная, так сказать, для той педантичности, которая была у немцев. Тут все расписано так, как они вот сжигали в топках, так они сжигают одно за другим буржуазно-демократические государства. Потому что сильный в условиях капитализма должен съесть слабого. Какой этот слабый? Понятное дело, что, мне кажется, в какой-то мере и наши буржуазные руководители поняли, что с ними поступят так же, как поступили с Муаммаром Каддафи. И то, что они буржуазные руководители, их не спасет. И после этого, вот, после того, как товарищ Медведев по существу посодействовал уничтожению ливийского государства буржуазного, значит, он оказался в числе тех, кого в первую очередь вместе с Владимиром Владимировичем Путиным отправят туда же. Причем не в порядке суда, а вы видели, что происходило в Ливии. Если в Ираке еще был какой-то суд, и повесили президента в порядке поиска средств массового поражения, тут уже этим не занимались. То есть распоясался этот, так сказать, хозяин мира до такой степени, что, безусловно, встал вопрос о том, что этот фашизм, который двигается из Соединенных Штатов Америки, этот фашизм, который захватывает другие страны, но это осуществляется уже не войсками обязательно Соединенных Штатов Америки, а теми, так сказать, рекрутами, которые они набирают непосредственно из недовольных соответствующих стран. А недовольных, конечно, в любой капиталистической стране всегда можно найти. Причем недовольных совершенно справедливо тем, что там происходит. Но у недовольных, так сказать, цели протестовать, возмущаться, выступать, требовать улучшения, а, так сказать, Соединенные Штаты Америки полномерно осуществляют свою политику по переделу мира и осуществляют фашизм на экспорт. Вот что я хотел в связи с этим сказать. Спасибо. И последнее, что я хотел сказать, что вот у нас там был товарищ из Боротьбы, который очень много говорил о том, как вот там плохо произошло, что произошло в Одессе. И очень мало говорили о тех, которые взяли в руки оружие и воюют против фашизма. А я думаю, что мы должны таких людей, оценивать как героев, поддерживать материально, морально, финансово, военно-технически, требовать заключения соответствующих договоров и, соответственно, признания, в том числе России, этих независимых государств, потому что именно они несут на себе сейчас главный груз борьбы с американским фашизмом. Спасибо. Пожалуйста. Итак, продолжаем обсуждение 17-го занятия. Да. Тогда надо вот это брать. Товарищи, вот то, что происходит сейчас на Украине, это все подчеркивает то, что существует однополярный мир. Чтобы поддерживать однополярный мир, все Соединенные Штаты это и делают. Им не нужны сильные государства. Они везде все делают для того, чтобы не только Россию. Им что, Китай нужен сильный, который стремится тоже быть супердержавой и по расчетам обогнать Соединенные Штаты Америки? Конечно, если где-то будет возможность, чтобы быстро развивающую экономику, такой, как Китай, с таким населением, где 1,5 миллиарда живет,
они все сделают для того, чтобы расчленить Китай, приедут тоже пирожки и будут как на Майдане раздавать, поможем китайцам, поможем там с гор, кто спустился, все сделаем. Вроде это как для демократии, а на самом деле никакой демократии, чтобы только господствовать в мире. Поэтому мы вот здесь, в том числе и в этой аудитории, на занятиях неоднократно поднимали вопрос, чтобы наша страна была сильной, конечно, развивать надо отечественную промышленность и в первую очередь крупную машинную индустрию. И как развивать? Привлекая зарубежные инвестиции, можно привлечь, но это они где-то должны быть, по крайней мере, какие-то уж не более 50%. А у нас, получается, так ставились вопросы, что уже без зарубежной поставки уже какие-то мы не можем изготовить изделия, не можем создать что-то крупное. Не занимаемся на любом производстве, есть средства производства. Не занимаемся этим. Это какие-то там 1-2% от советского уровня составляет. Где это должно быть? Конечно, это должно быть в программе развития России. Вот наше движение должно быть, конечно, нацеливать, чтобы вот рабочее движение под давлением профсоюзов, чтобы строилась так наша политика государства, чтобы мы были независимы от зарубежных поставок. Сейчас представьте, с действием на Украине Россия так ведет, одержала вместе с президентом Путиным серьезную победу в Крыму. Давайте-ка мы приостановим запчасти на авиапарк, где Боинги и Арбасы. А отечественных ни тушек, ни Илов, ничего не осталось. И встанет все авиаперевозки в России. Надо же скоростные поезда остановить. Все. Вот, по-моему, надо в первую очередь по железной дороге ударить. Уже сейчас хорошо. Ласточки, они ходят от Красной Поляны, там 120-140 км в час положили железную дорогу. Олимпийские парки по всему побережью до Туапсе. Надо остановить. А то замахнулись уже на Ростов. Между Санкт-Петербургом, Москвой ходит, Аллегро ходит, вот на месте Евросоюза приостановить поставки запчастей на это. И все, и все скоростные поезда ставят. И так по всем направлениям. Поэтому, конечно, почему Крым проголосовал? Крым проголосовал лишь только потому, что не только то, что у нас общая история. Это вот действительно наша российская земля, наша российская общая история. Но это в первую очередь то, что в России на сегодняшний день в 4 раза богаче живут, чем на Украине. И в Белоруссию потянулись, там в 3 раза богаче живут, чем на Украине. А если бы мы еще были беднее бы, да несмотря на то, что наша общая история, российская наша история, развитие нашей Родины, а если бы мы были слабее и не потянулись бы. Поэтому и сейчас у нас многие граждане обсуждаются вопрос, как это ввели двойное гражданство, чтобы отчитывались и докладывали. Это некоторые голоса кричат, что это нарушение демократии. Надо свободу, чтобы и миллионеры же клянутся. В интересах Соединенных Штатов Америки, если американское гражданство, в интересах Великобритании, гражданство, когда принимают, клянутся, что будут верой и правдой служить новой родине и второе гражданство. Поэтому, чтобы одержать победу и быть сильными, и чтобы к нам тянулись, конечно, нам надо двигать, в первую очередь, крупное машинное производство, которое сейчас находится где-то у нулевой позиции. И роста интенсивного нету. Спасибо. Спасибо. Из рук в руки.
Удачи. Товарищи, ну вот тут прозвучало, в частности, Борис Николаевич, что мы должны победу одержать. Надо понять, кто это такие мы. Да. Не совсем понятно. Ну, если непонятно, в принципе, да, что кто такие мы, то есть это российское государство, буржуазное, которое должно остаться независимым, по возможности, или стать независимым, потому что говорить о независимости современного, наверное, мы не можем. Так как отсутствует, мы только что выяснили. Ну, не только что выяснили, но мы знаем, отсутствует у нас собственный финансовый капитал. Поэтому в любом случае Россия, какие бы она там демарши сейчас не совершала, она находится под контролем Соединенных Штатов. Это мы видим и по Путину, то он там потрясает оружием, а то, так сказать, мы признаем Украину, если что. То есть соломки тоже подстеливают. Ну, с другой стороны, и какие-то там санкции, они тоже не заинтересованы в этом, это мы правильно понимаем. Зачем же они будут курицу, которая яйца несет, душить? Инвестиции, как вы правильно сказали, это же что средство? Средство закабалить страну, это ввести в нее инвестиции. Поэтому Китай, мы не можем говорить о нем как о державе какой-то, которая станет равной. Во всяком случае, пока она не станет и не планируется. Соединенные Штаты Китай контролируют, потому что весь капитал американский вводится в огромных количествах в Китай. И промышленность китайская работает, в том числе и на американский рынок. Вот. Ну, а что нам необходимо? Конечно, я прав, соглашусь с Борисом Николаевичем, что, естественно, развиваться промышленность крупная должна. Вот. Победа-то будет в чем заключаться? Чтобы Россия, как это может кому-то странно не показаться, стала бы империалистической державой, как и Америка. Вела такую же гнусную позицию. Ну, она, если она станет империалистической державой, она тоже будет вести фашизм на экспорт, это понятно. Вот я думаю, никто вот с этим спорить не будет. Это наиболее эффективно и тоже будет в зонах своего влияния устраивать государственные перевороты и так далее. И возникнет, так сказать, паритет, а точнее борьба между империалистическими хищниками. Нет, мы, понятно, не идем, у нас нет сил. А вы считаете, что русский народ какой-то особенный? Если бы были силы, мы все равно туда не шли. Да нет, ничего подобного. Я думаю, Российская империя это доказала своей захватнической позиции. Если вы не согласны, скажите. Я исхожу из научной позиции. Раз метод для империализма, если российский капитал разовьется до империалистического... Нет, не доросло. Вот не доросло, это я с вами согласен. Вот если дорастет, но рабочему классу это как раз выгодно, потому что, правильно, однополярный мир ему не выгоден. Мы даже бороться теперь не можем, получается, со своей буржуазией, вынуждены их защищать от американской. Ну, на словах хотя бы. Вот, пусть она развивает. А будет, как в Америке, такая же гнусная. Будем ее по всей строгости долбать. Вот примерно. Ну, спасибо. Кто еще говорит? Товарищи, во-первых, я бы два слова все-таки возразил предыдущему докладчику. Нет, не пять. 10 было. Вот. Значит, во-первых, конечно же, народы все разные. И разные культурно-исторические традиции. И если мы возьмем европейскую культурно-историческую традицию с резней гугенотов, вот. Если мы возьмем американскую, выросшую из европейской традиции, когда там и негров в Кандарах, сгнаивая половину в кораблях, гнали через океан, и индейцев вырезали. Но в России такой не было культурной традиции. Не было. Крепостное право – это все-таки не рабство. Крепостное право – это не рабство. И что касается окраин России, то такого отношения, как к индейцам было в США, нигде ни в Средней Азии, ни на Кавказе, никогда не было в России. То есть народы разные все-таки, что там не говорите, с разными традициями, во-первых. Во-вторых, у нас такой спецнарод, который совершил Великую Октябрьскую социалистическую революцию и 70 лет жил в условиях коммунизма. И, кстати, эту разницу между народами признавал еще Маяковский, когда, побывав в Америке, он написал в своей книге «Мое открытие в Америке», что в Америке капитализм наиболее силен. И что, возможно, еще нам предстоит, в Европе он послабже, и, возможно, нам еще предстоит в стиле Уэрса книга «Борьба двух светов»,
как у того, борьба двух миров. То есть, конечно, общество американское, оно не такое, как современное российское. Люди там не имеют опыта жизни при коммунизме, не имеют таких традиций, как, скажем, победа в Великой Отечественной войне, которая была под красным знаменем, что там ни крути, была под руководством Компартии. И хотя это как-то так пытаются затушевать, но все время вот это вот пролезают, вот эти вот, как это, пятна вот проявляются, такие вот родовые, прочные. И понятное дело, что, конечно, разница есть. Ну а теперь, значит, все-таки вот по Украине. Вот что показывает опыт, который уже имеется, борьбы Юго-Востока Украины. Вот тут на Российском комитете рабочих была дискуссия о том, что вот экономическая борьба, политическая борьба, вот нужна политическая, экономическая, вот это что-то такое вот. И вот сейчас что мы видим на Украине? Сейчас там идет очень жесткая политическая борьба. Ну, с автоматами бегают, чего уж тут политичнее. Вот, и что мы видим? Мы видим, что силы вот и у Донецкой республики, и у Луганской очень и очень малы. В феврале, по данным социологических опросов украинских, 87% украинских военных выступало против Майдана. И если бы те же аэромобильные бригады, которые сейчас в Донецке кинули бы тогда на разгром Евромайдана, вот они бы, скорее всего, с энтузиазмом исполнили бы то, что они сейчас под принуждением как-то имитируют в Донецке, в Луганске. Но и тем не менее, сил, чтобы противостоять, и можно не сомневаться, что если бы там действительно было бы массовое движение, не сотни ополченцев, из которых много приехавших из России, а реально вот на местной основе сильное движение, то, скорее всего, там ситуация была бы совсем другая. Ну вот что мы видим там по заводам, скажем. Новокраматорский машиностроительный завод. 50 тысяч работающих. Это очень много. В Ленинграде у нас не осталось таких заводов. Шахты. Председатель независимого профсоюза горняков ихних, майдановец явный. Ну, понятно, это ставленник Рахметова, без согласования Рахметова председатель профсоюза такого крупного не поставишь. Пока Рахметов так-сяк, как-то там это и под его крылом там было, а сейчас этот профсоюзник, он жестко выступает, что вот Россия хуже, чем Украина, если вступим в Россию, то сразу прекратится сбыт угля, и сразу шахты закроют, и невиданные бедствия будут. Насколько он пользуется поддержкой в коллективе, вряд ли сильный. Скорее всего, никакой, но и надо сказать, что возможности по использованию людей по коллективам, по заводам и фабрикам, по шахтам, там практически не используются. И здесь группа предъявлять претензии какие-то фактически руководителю тамошнего сопротивления, наиболее популярному и наиболее умному, на мой взгляд, человеку там, товарищу Стрелкову. Вот, это герой, несомненно, он жизнью рискует, и, в общем-то, шансов у него много пострадать и очень сильно в ходе этой борьбы. Вот, поэтому какие-то претензии к нему предъявлять здесь я не вижу оснований, но вообще задача коммунистов, левых, вот выясняется, что левые на Украине, и в том числе и в этих областях, они как-то так помножились на ноль. Вот тоже объединение «Борьба». Вот они протестовали против капитализма. Теперь они протестуют против фашизма. И вроде бы как бы их там и на Майдане побили, и в Доме профсоюзов там они пострадали, и чего только там с ними не было. Но вот теперь они протестуют против Слегкова. Вот у него там конституция неправильная. Но, товарищи дорогие, есть же достаточно широко известный проект Конституции РСФСР, написанный товарищем Сработкиным. Проект очень хороший, но замените там букву «Р» на букву «У», и будет Конституция Украинской Советской Федеративной Социалистической Республики. Может быть, это не хуже название, чем «Новороссия», но «Новороссия» тоже хорошее название, но это неплохое. И такое название, оно открывает возможность для присоединения других областей. Федеративная Республика Украинская, Советская Федеративная Социалистическая. Вот. И возьми эту Конституцию и двигай ее как проект в ЦРМ. Ну, что-то там, может, надо привязать к особенностям данного региона. Но нет, вот они протестуют против Конституции Стрелкова. Вот там они протест выразили. Вот, вот это, конечно, еще слабое место и других. А кроме «Борьбы» и вообще как-то других левых и не видно. КПУ, она как-то, ну там Симоненко делает определенные прогрессивные заявления, но в целом говорить о КПУ как какой-то сиге там нельзя. Вот это вот, конечно, слабое очень место.
на Украине. Но и тем не менее, очень в целом вот украинские события очень большой позитивный дают импульс. Вот сейчас я уходил из дома, по телевизору передача по центральному каналу. Идет операция «Очистка берега» в Крыму. Сносят заборы, которые там застроили, частные застройщики застроили выход к берегу, и там дети, там туберкулезная больница какая-то для детей, туда, значит, дети из этой больницы вышли. Мы вот, конечно, там это, как говорится, в двух особняках зачистили, но по телевизору показано, десятки миллионов людей смотрят. Это, конечно, климат в России в том числе улучшает. Мы вот сейчас ведем речь о фактической национализации Сестрорецкого завода Воскова и превращении его в современное высокотехнологичное инструментально-оружейный завод. А там вот национализация Ахметова, интернет полон, интернет бурлит. Ахметов, так сказать, сбежал, говорят, в Лондон. Его имущество национализируется на юго-востоке. И это, конечно же, тоже очень большой импульс дает такой морально-нравственный здесь у нас. Так что поэтому вообще события на Украине, они имеют колоссальный резонанс, и они могут послужить неким скачком для развития ситуации в России. Спасибо. Прошу прощения. Пожалуйста, сейчас. Привет, пожалуйста. Я хотел бы со многим согласиться, а со многим нет в речи предыдущих ораторов. Мы по многому делаем выводы о ситуации на Украине из средств массовой информации, коими являются буржуазные, как из страны Украины, так и страны России. Кое все никто не сомневается, что это находится в руках буржуазного государства. А вот если узнать информацию немного независимую о том, что происходит на Украине, то она бывает подчас разнится кардинально. Вот Иван Михайлович сказал, идет национализация. Национализация в чьих интересах? В интересах буржуазии. Допустим, все авиаперевозки сегодня в Крыму отдали так называемому чеченскому бизнесу Кадырова. То, что происходит сегодня, передел собственности в Украине, будет перераспределен в пользу российской буржуазной обществе. То же самое, что происходит на Черном море, где все застроили, в том числе близкие друзья Путина, будет сделано теперь в Крыму. То есть национализация, когда у власти не стоит передовой класс, будет все равно национализацией в пользу буржуазного государства. После того будет опять поделено и приватизировано только уже другим олигархам. То, что происходит опять же на Украине, и буржуазный мир показал, насколько он продажен и лицемерен. Вот то, что будет возможно происходить когда-то и в России, мы увидим, как это продалось буржуазии Западу, так же продастся и нашей буржуазии. Потому что как у буржуазии нет родины, в понимании политико-экономическом. Потому что деньги там, дети там. Допустим, вот что я узнал недавно из информации. Мой хороший товарищ, скажем так, занимает неплохой пост в правительстве и в предыдущем, и в сегодняшнем в Украине. Он занимает пост замглавы украинского госрезерва. Так вот он, что он мне сообщил. Если, говорит, раньше при Януковиче были заседания, была, говорит, у нас начальница девушка с Луганской области, при этом говорившая абсолютно, тогда была ее якобы свобода при Януковиче, на украинском языке, который никто не понимал. И все были обязаны делать доклады свои по комиссиям на украинском языке. Сегодня, говорит, из всех докладчиков только один абсолютно прозападный человек, говорит, этот руководитель, который просто другого не понимает, говорил на чисто украинском языке. Остальные выражались по-русски, и никто за это их, извините, не гнобил. То, что показывают по средствам массовой информации России, как и по организации, это все выражение позиций буржуазии и Украины, и России. И они, вот что я хотел бы, чтобы рабочий класс не себе иллюзорные очечки не одевал, близнецы-братья, и также продажи, и ведут ту же самую политику. Я во многом согласен, что идет та же политика, по, как Россия становится империалистической державой, и происходит такой же передел. Вот сейчас переделили Украину, а если у нас такие же монополии сейчас начинаются, как «Газпром», что не монополия, а монополия, как и Сбербанк, начинается очередной передел мира. И говорить, что в этой ситуации завтра рабочему классу будет лучше, а на Украине хотя бы те же, как Иван Михайлович сказал, предприятия сохранились, и рабочий класс в большем составе сохранился. Поэтому говорить сегодня, что вот завтра что-то будет слишком положительное, такое прогрессивное, я бы вот воздержался. Мы делаем выводы из средств массовой информации буржуазного государства. Своих источников твердых мы не имеем.
Поэтому я вот в этом плане еще бы задержался делать выводы, что происходит на самом деле на Украине. И что будет еще происходить в России после этого. По моему мнению, ситуация для рабочего класса может еще ухудшиться. То, что, конечно, происходит, показывают, как у нас фашизм. Так, а чем был проявление фашизма? У нас на 1 мая происходили с Игорем Зихаль демонстрации русских националистов. Прострелкова. Это человек, который появился из ниоткуда. Мы заметим, что везде возглавляет или мелкая буржуазия, или средняя буржуазия, как называемое самодеятельное движение. Взяв ту же самую конституцию Стрелкова, так называемую, она полностью является черносотенной практически. Практически. Как и сам Стрелков является ярым таким шовинистом. Если посмотреть его историю до этого, откуда он взялся, каким он был до этого. Русский шовинизм, русским именно. А какую нацию он унизительно говорит? Он? Про украинскую нацию. Он унизительно говорит. Послушайте. Посмотрите конституцию, посмотрите, что сделали власти Симферополя. Я скажу, за 20 лет, как говорится, украинская, профашистская Украина, и за последние годы, она не переименовала улицы в Симферополе. Что сделал у нас в Крыму первым делом? Теперь, значит, принародно избранный губернатор и администратор Крыма обсуждал с членами дворянского сообщества, как назвать улицы, переименовать улицы бывших революционеров. Это ж абсолютно реакционный шаг по сравнению с сегодняшним днем. Даже то не додумалось, даже проукраинская, профашистская, как говорит власть. А сегодня это происходит. На крайнем шоке. То есть говорит сегодня и обманывает рабочий класс, что происходит все так гладко и в интересах, я думаю, это вводить его просто в заблуждение. Но, значит, четко имеет рабочий класс свою позицию, что, конечно, поддерживает, может быть, борьбе против фашизма, да, согласен, но то, что эта буржуазия и украинская два близнеца-братья, также продажные, также подконтрольные американской власти, я всегда считал, что американское государство – это самое террористическое государство времен Второй мировой войны. Не зря оно всех фашистских преступников 90% пригрело у себя на территории и создал соответствующие институты по уничтожению, в том числе Советского Союза. И те же представители, которые сегодня буржуазные власти в России, они еще вчера были те же представители пятой колонны. Сегодня только сметили риторику, потому что они буржуазия. А буржуазия, как известно, продажная. И даже вот это эхо, как говорится, эхо Москвы наиболее либерально осталось честно своим принципам продажам, нежели многие политики. Да, это так. Как в свое время многие либералы стали более честными там, на втором съезде партии. Вот мое личное мнение. Может быть, оно и спорно. Вопрос маленький. Передовым классом. Рабочий класс. Уважаемые товарищи, давайте по очереди. Давайте. Вы поняли, Николай Анатольевич, мы прекрасно поняли. Поэтому я хотел бы с главного вопроса. То есть, что является самым страшным злом в настоящее время, в этот период? Что является самым страшным злом? Я думаю, все грамотные люди понимают, что это фашизм. Фашизм на экспорт, который пытается, где американцы пытаются еще поближе прибираться к России и влиять, оказывать и экономическое, и психологическое, и другие давления. Поэтому эхо Москвы – это одна из продажных структур, которая финансируется Америкой. Поэтому ориентироваться на эхо Москвы я бы не рекомендовал. Она действительно отражает интересы, вот именно американские интересы. Что ей надо сделать, то они и творят. Поэтому, если мы обратим внимание именно и усилия свое сделаем на то, чтобы оказывать помощь рабочему классу, тому классу Украины, который борется за освобождение, в первую очередь, это Юго-Восток, им больше всего достается от фашизма. Вы видели вертолеты уже там, не только наемники туда лезут задушить этот край, для того, чтобы им там, как это там, эту нефть, они хотят все придумать. Сланцевый газ. Сланцевый газ, правильно, сланцевый газ. Вот. Им все надо.
под видом сланцевого газа, им просто надо захватить эту территорию, потому что там народ действительно восстал и пытается одолеть. И я скажу в этом отношении, вот я не знаю, может быть, я неправильно выражусь, Хрущев и тот бы нагрее действовал бы, чем Путин. Путин более осторожно действует. Правильно. Чувствуется, там есть и помощь. Вот Крым взяли, молодцы. Хрущев отдал какое... Крым, а Путин забрал Крым обратно. А какое? В нашу гавань. Хрущев независимую политику вел, а Путин вот. Поэтому, я думаю, давайте, товарищи, мы разберемся, что такое фашизм. Первое, а фашизм – это открытая террористическая диктатура финансового капитала. То есть это действует здесь американский финансовый капитал совместно с европейским и с ЕС. И здесь позиция, я вполне одобряю Путина, здесь действительно правильно, и нам самим надо понять о том, если мы в первую очередь, или Россия, или Украина, не освободимся от американского фашизма. У нас в России нет фашизма американского. Вот на Украине хотят внедрить, хотя и у нас попытки были. Болотная площадь туда тоже касалась, это туда были те же немцовые, удальцовые и так далее, которые подкармливаются Америкой. Как Путин сказал, я верю Путину в том, что более миллиарда долларов ежегодно вливается в Россию для того, чтобы нанимать наших предателей. Наши люди, которые именно стоят за Америку, и вот, пожалуйста, свои же люди и начинают. Поэтому надо уделять внимание и помочь рабочему классу, в первую очередь, отстоять мир на земле и освободиться от фашизма. И если говорить еще более, взять истории больше, то, смотрите, Россия освободила весь мир от татаро-монгольского ига, от французского нашествия, турецкого, шведского, польского. Уж фашизм был у нас германский, насколько был силен, и то освободила Россия, Советский Союз освободил весь мир от этого фашизма. И сейчас миссия России предстоит в том, чтобы освободить весь мир от американского фашизма на экспорт. Неважно, на экспорт, не на экспорт, а он действует пока. Ну, спасибо за внимание. Вступление у нас на семинарское занятие, пожалуйста. Можно рукой. Михаил Васильевич правильно где-то сказал, что нужно, прежде чем говорить о том, что происходит, понять, на каком этапе развития капитализма мы находимся. То есть с этого надо начать. Сложный вопрос. Да, он на самом деле не такой сложный. 100 лет назад Владимир Ильич его решил этот вопрос, да, написав свою работу «Империализм как высшая стадия капитализма». 100 лет назад в России был империализм. И были все признаки, и Россия участвовала в империалистической войне в первой. Что у нас сейчас? Многие ломают голову. У нас сейчас империализм, потому что другого уже быть не может здесь. Ошибка Михаила Васильевича, на мой взгляд, состоит в том, что он считает, что у нас нет банков, следовательно, нет финансового капитала. У нас есть банки, есть финансовый капитал. Что такое финансовый капитал? Когда один и тот же человек имеет доли в банках и в промышленности. Нет таких людей разве? Посмотрите пакет, допустим, какой-нибудь Сбербанка. Он... Даже не то, что в России, а он уже пытался покупать автозаводы там где-то. Вы помните эти скандалы, эти разборки? Когда ему там запрещали, то ли во Франции, то ли еще где-то купить. То есть, экспансия очень серьезная у банковского капитала, у российского. Это именно финансовый капитал. Именно. Значит, помните 93-й год? Что произошло тогда, расстрел Дома Советов? Ведь это же был, по сути дела, фашистский такой путь. Конечно. Это фашистский путь был. Абсолютно. Политика фашизма на экспорт была у нас здесь, в России. Ну, почему промолчали?
Да, потом прошли выборы, значит, режим облачился в одежду буржуазной демократии, Ельцин, да, и вроде как все легитимно стало. Интересно, по сути дела, в интересах, по фашистским случаям, в тот момент. За этот период как бы российские империалисты окрепли, почувствовали силу, и, в принципе, их аппетиты тоже разгорелись, такие же стали, как у американских коллег. На Украине столкнулись интересы российского окрепшего капитала с прозападным, американским, да, западноевропейским. Объективно, позиции российского капитала на Украине были сильнее. И для того, чтобы сломать эти позиции, американскому капиталу пришлось опираться и вызвать вот эти фашистские силы. Вот эти. Потому что у них другого пути не было, чтобы реализовать свой экономический интерес. И объективно, российские империалисты вынуждены были, значит, бороться в том числе за свои интересы, но в том числе и против фашизма. То, что произошло в Киеве, это фашистский путч. То есть, у кого есть сомнения? Нету сомнений. Это объективно. В то же самое время, значит, вот в этих республиках, которые образуются, правильно совершенно, там реакционные конституции, черносотенные конституции, трудящиеся Украины, который живет в Донецке, он, мы приветствуем, да, вот эту самоорганизацию людей борьбы с фашизмом, но что он получает? И как победить вот это, значит, победить фашизм? А победить фашизм можно только одним способом, если устранить причины, которые, значит, при которых он возникает, капитализм. Возможно ли было провернуть вот это расстрел Дома Советов или переворот киевский в советское время, в социалистическое? Нет. Это было бы невозможно. Нет просто условий для этого. Нет олигархов, нет бедных слоев, одураченных этой пропагандой. Возможно было. Но его не было. Значит, если бы он был возможен, он был бы осуществлен. Ну, раз возможность, она когда-то развилась. Раз его не было, значит, он был невозможен. Не было условий. Более того, это все эффективно решалось. Все вот эти бандеровские, так сказать, организации, они были достаточно быстро подавлены советской властью. Потом мы должны различать с вами фашизм как идеологию и фашизм как политику. Вот как политика она была в 93-м году у нас в России, как политика она идет сейчас на Украине, вот эта киевская хунта. Как идеология она есть и в России. Власовский триколор, постоянные разговоры о том, что надо Ленина перезахоронить там. Постоянно, так сказать, муссируются всякие небылицы про Сталина, про Ленина. То есть фашизм как идеология – это антикоммунизм, антисоветизм. Вот он есть. И центр, я могу сказать, антикоммунизма, антисоветизма как раз находится здесь, в России. Я имею в виду на постсоветском пространстве. Здесь, вот центр. И Путин его, так сказать, олицетворяет сейчас. Он оделся в эту одежду антифашиста, но они ему тесны. Они скоро на нем, так сказать, разорвутся. Он покажет свой оскал. Деваться некуда. Поэтому, приветствуя самоорганизацию против борьбы с фашизмом, мы говорим, что общей борьбой может стать только тогда, когда она будет направлена против олигархов. Может ли рабочий класс Украины объединиться и победить олигархов? Ну, наверное, может, но устоять в этом окружении вряд ли получится. Поэтому без поддержки рабочего класса России, без вот таких же, да, социалистических преобразований здесь, в России, скорее всего, им одним будет не удержаться. Поэтому, если мы хотим бороться с фашизмом, мы должны здесь бороться за, так сказать, приближение социалистической революции, призывать к этому рабочий класс, не поддерживать отечественного производителя, а бороться против отечественного производителя. Вот что мы должны делать. Спасибо. Так, кто еще желает выступить? Пожалуйста. Сказал товарищ, расстрел Дома Советов, вот фашизм, проявление фашизма. Итак, я сяду. События в Новочеркасске, 62-й год, это тоже фашизм. Был Нюрнбергский процесс, как были возмущены все эти американцы, англичане, бельгийцы вот этой жестокостью фашистов. Но 8 мая 1945 года французы перерезали 70, даже 100 тысяч алжирцев. Вот сейчас говорят, надо олигархов. Как можно их свергнуть? Только фашистскими методами.
Насилие победить можно только насилием. Ну вот. Делаем вывод. Фашизм бессмертен. И вот из этого исходить. Его провозглашаю. Но это не надо иллюзий каких-то питать, что его когда-то не будет, все будет хорошо. А что такое фашизм, по-моему? Ну, не надо, ну затягивай. По-нашему. Семинар идет тут. Первый фашист на земле был библейский Каин. Вот так вот я говорю. У меня все. Спасибо. А еще кто желает? Кто-то свои дает? Как минуту. Значит, да, вот кажется просто, ну, вопрос сложный, но ответы вроде бы даны, на него глубокие довольно. Причем в самое время возникновения этих новых явлений, новых проявлений фашизма. И тем не менее, вот он остается каким-то очень трудным. Значит, что значит, что ответы даны в самые моменты проявления? Во-первых, как только ельцинский режим проявил свой фашистский оскал в октябре 1993 года, значит, товарищи члены РКРП тогда, значит, сразу оценили эти действия как, значит, открытая фашистская террористическая диктатура. И даже были предприняты, не хочу сейчас время тратить на историю, мероприятия, которые были, ну, контрмерами против вот этого фашистского путча ельцинского. То есть сразу тогда это было точно оценено, и, значит, в какой-то мере были меры предосторожности приняты в этом отношении. Теперь, как только он, международный, американский фашистский экспорт проявился в Ираке, значит, в Ливии, сразу же это явление было оценено. В газете «Народная правда» появилась выдающаяся статья, значит, автором которой был Борис Лаврентьевич Фетисов, тогда заместитель главного редактора. В совместной работе с Михаилом Васильевичем Поповым они подготовили эту статью и совершенно точно охарактеризовали это явление. Это прошло уже лет, я не знаю, сколько, 6 или 7. Вот. И мы видим, как, значит, вот это первоначальное вроде явление, оно шагает по свету, значит, завоевывает одну позицию за другой и теперь стоит на границе с Россией. И сегодня вот визит Михаила Васильевича в Грецию, он, значит, мне кажется, очень точно отражает вот эту ситуацию, что для нас это явление уже понятно, а в Европе да, это явление пока еще непонятно. И вот как показывает, видите, сегодняшний семинар и у нас с товарищем, не все здесь понятно. Во-первых, что касается отождествления насилия, фашизма только с насилием. Но это очень наивно. Почему? Если возьмем насилие, там, начиная от Каина, в Средневековье там сжигали людей, значит, церковь христианская, католическая, а не кто-нибудь, да? Вот, и в России там отдельные случаи жестокостей, и в Европе, значит, Михаил Васильевич приводил случаи жестокости, они были и до фашизма. Но фашизма-то не было тогда. В Средневековье-то при всей его жестокости не было фашизма. Фашизм когда появляется? Индустриальная эпоха. Да, когда появляется, значит, финансовый капитал. Финансовый капитал – это не просто банки, это не просто богатые люди, значит, с бабками, а это сращивание банковского и промышленного капитала, их единство. И мне кажется, вот против той констатации, которую несколько лет тому назад Михаил Васильевич провел и сегодня, кстати сказать, повторил, мне кажется, возражений нет, что в России вот этого финансового капитала крупного, его нет. Банки есть, банков очень много. Банковский капитал паразитический очень развит у нас. Но сказать, чтобы он там был сращен с промышленным капиталом, при том, что некоторые моменты руководства крупных банков, со стороны крупных банков, промышленными там предприятиями, акциями и так далее, они есть, но они моменты. Так же, как и фашизм, да? Скажем, отдельные придурки, фашистствующие в России, они еще при советской власти были. Я вот помню, знаю один случай, пацанов там засудили, тоже по глупости. Значит, пацаны там поиграли в фашизм, студенты, первокурсники. Их там, значит, взяли, там, чуть ли не посадили в тюрьму. Но это глупость, надо, дал подзатыльник и все.
Скажем, так же сейчас. Фашисты, как придурки, как некоторые, значит, там, упертые, отдельные представители с фашистским сознанием есть. Но фашизма как явления в России все-таки нет. Нету этого явления в России. Более того, я думаю, что вот теперь, значит, в 2012 году, вот эта вот стычка на Болотной, тех, кто собирался проводить американский фашизм и гражданского отпора, значит, я думаю, что вот проведена такая прививка против дальнейшего фашизма. Как повернется там политика Путина в дальнейшем, кто его знает. Но, по крайней мере, сейчас, конечно, если речь идет о фашизме, то это фашизм, американский фашизм на экспорт. Фашизм действительно крупного капитала. Скажем, какой там американский крупный даже финансовый капитал? Там самые богатые люди, ну, от 1 до 2 миллиардов долларов. Это, скажем, ну, по сравнению там с нашими, с мелкой буржуазией, ну, это вроде чего-то там богатые люди. А на мировой арене, ну, это просто так, мальчишки. Или в России даже. Ну, что там? Ну, 14 миллиардов там было у Лисина. Ну, 22 в каком-то году было у Дерипаски миллиарда долларов активов, да? Это тоже по сравнению с финансовым мировым капиталом, это тоже не так много. Но не в этом дело, а дело в руководстве и в политике. Поэтому я думаю, что вот эти вопросы, конечно, надо учитывать. И буржуазия, как бы она ни была капиталистической, какой бы она ни была продажной, какой бы она ни была одинаковой в России, в Европе и в Америке, различия между ними тоже есть. И скажем, как Ленин учитывал противоречия между буржуазией там, в 18-м году, в 20-м году, в 22-м году, как Сталин учитывал противоречия между отрядами буржуазии, значит, в 39-м, в 36-м году, в 39-м, в 41-м во время войны, так и мы, мне кажется, вот эти противоречия между буржуазными, значит, буржуазиями разных стран, мы их должны видеть и использовать в своей силе. Скажем, если мы видим, что Путин там через силу может он тоже там внутри фашизм, это его личное дело. Но если он сегодня сопротивляется американскому фашизму на экспорт, то в этом отношении, ну что, ну он прав. Очень хорошо, что он сопротивляется фашизму американскому на экспорт. Если кто-то еще сопротивляется, конечно, они молодцы. Конечно, в этом смысле нам с ними по пути. Конечно, товарищи герои в украинских новопровозглашенных республиках. И мне кажется, что вот здесь мы должны извлечь опыт для России. Мы много раз говорили, и я в том числе выступал с мыслью, что дело ведь не только чтобы, в том, чтобы там собрать митинг или забастовку, взять власть, а в том, что вы будете делать на следующий год, на следующий день, на следующей неделе. Я говорю, что там в Мариуполе, в Славянске, еще там где-то, вот они собрали, в Харькове собрались на митинг, что-то там провозгласили. До вечера постояли, разошлись по домам. А выполнять кто это будет? Теперь выбрали его орган. А к кому он завтра обратится? Он даже телефонов не собрал. Ну или собрал там десятка-два телефонов. Не на кого опереться. То есть работа должна вестись на предприятии, чтобы тебя предприятие послало, ты на предприятие пришел, объяснил товарищам, что делать. Они приняли решение, и ты на следующий день или там на следующей неделе пришел, сказал, что вот мои товарищи нас поддерживают, давайте двигаться дальше. А так эта группка будет в пустоте, в том числе и Стрелкова сейчас. Он герой. Но вот мне его внутренне жалко, что поддержки большого напора, да даже небольшого, а какого-то значительного напора, нету. Почему? Потому что нет организации на предприятии. А ведь предприятие – это готовая крепость. У него там есть забор. Теперь мало забора, пустил там поверху колючую проволоку. Никто там тебя не тронет. Тут у тебя оружие, а на заводах оружие можешь сделать. Вот, нет, товарищи идут там на митинг, на демонстрацию, там принимают какие-то, значит, большие решения и думают, что они голосованием решат такие вопросы. Сколько раз мы объясняли, что, значит, голосованием вопросы такого рода, они не решаются. Голосование – это момент, отражающий, что мы находимся в единстве воли. Посмотрели, да, проголосовали, да, вот тут единство есть. Пошли дальше. Поэтому мне кажется, что если в России что-то будет подобное, вот мы этот опыт должны учесть и быть готовы, значит, к такой ситуации. А готовым быть, это и значит иметь опору на предприятиях. Иметь, по крайней мере, значит, ну, какие-то зачатки профсоюзных организаций, не продажного, а ФНПРовского свойства,
а серьезные рабочие профсоюзы. Где вы их найдете, этих рабочих? Вот, вот и надо вот искать. Передовой класс. Вот и надо это искать. Это дресня рабочих. Надо искать. Россия работает. Они ваши газеты читать не хотят. Почему читать? Все равно ничего не изменится. Им не отдают. Так. Сделайте свою газету. Товарищи. Вполне равные души. Они эту не читают. Что свою? Сделайте свою. У нас идет семинарское занятие. Все имели возможность выступить, да. Разрешить или мне выступить, и потом дадим заключительное слово Михаилу Васильевичу. Итак, значит, я могу сказать, что вот здесь собрались единомышленники. Члены Рабочей партии России, РКРП, вот фронта. Ну, в том вопросе, который мы обсуждаем, у нас получается принципиальные разногласия по таким фундаментальным вопросам. Поэтому я бы хотел тоже высказать свою позицию, потому что 22, я так понимаю, 22-23 марта была дискуссия по этому вопросу на заседании Российского комитета рабочих, и она была отражена, я так понимаю, в «Народной правде», и в газете «Трудовая Россия» номер 498 сообщение пресс-центра ЦК Родфронта. Правильно. Так вот, есть у меня вопросы, где своя позиция по, скажем, таким фундаментальным вопросам. Я хочу процитировать вот то, что пресс-центр ЦК Родфронта написал в отношении, значит, России. Ну, там в виде вопросов по отношению к выступлениям на заседании Российского комитета рабочих, но в этом вопросе угадывается и позиция. То если в России нет настоящего финансового капитала и банков, значит отсутствуют и монополии. И мы вроде как находимся в прогрессивной, домонополистической фазе развития капитализма. Вот я хочу, так сказать, несколько слов сказать. Ну, есть, так сказать, общеизвестные, так сказать, истины, выведенные, так сказать, Лениным или Марксом. Как развивается капитализм? Вот он проходит стадию домонополистического капитализма, затем переходит в стадию монополистического капитализма или империализма. Так вот, империализм – это более прогрессивная стадия. И никто никогда не утверждал на заседании Российского комитета рабочих, что домонополистическая фаза вроде как прогрессивнее. Это первое. Второе. Что если нет настоящего финансового капитала и банка, значит отсутствует монополии. Тоже у меня вопросы. Как идет развитие и становление империализма? В сфере производства идет процесс концентрации, централизации капитала. И образуются монополии. В сфере обращения также идет процесс концентрации, централизации банковского капитала. Образуются банковские монополии. Затем идет процесс слияния банков и промышленности, образования финансового капитала. Но если, скажем, этот процесс еще идет, не закончился, это не значит, что нет монополий. Никто такие выводы не делает, и такие выводы делать нельзя. Третье. Вот Ленин сделал вывод, что в начале... На рубеже 19-20 века мир, так сказать, капитала перешел в монополистическую стадию. И сейчас у нас империализм. Но это совершенно не означает, что, скажем, на автомате Россия является империалистической страной. Что все стали такими странами. Потому что здесь же тоже, так сказать, известно, что современный капиталистический мир – это империализм. Но здесь две группы стран. С одной стороны, небольшая группа, ну, назовем так их, империалистических хищников, и с другой стороны, основная масса зависимых стран от этих, так сказать, империалистических стран. Поэтому нельзя сказать, что какая-нибудь страна в Африке там, или Россия, так сказать, является страной домонополистического капитализма. Нет, мы все находимся, так сказать, уже в эпохе империализма. Просто большая часть этих стран является зависимыми от небольшой группы империалистических стран. Это с одной стороны. С другой стороны, это не значит, что это будет навечно так. Вот скажем, Соединенные Штаты Америки, Франция, Германия, Великобритания были, есть и будут империалистическими странами. Потому что открыт еще один закон Ленина. Закон неравномерности экономического и политического развития. Что он означает? А что сказать, идет процесс изменения. Какие-то появляются новые игроки на рынке, скажем так. Какие-то страны империалистические отодвигаются в сторону, появляются новые. И критерий здесь один.
Это сила, экономическая, политическая сила тех или иных стран. Вот. И последнее, значит, в отношении, скажем, России и финансового капитала. Вот я хочу сказать, что нет у нас настоящего финансового капитала. По отношению к тем доводам, что приводились на заседании Российского комитета рабочих, вот Михаил Васильевич сказал, могу добавить, что в России процесс идет. 20 лет назад у нас было 2500 банков. Или организация, которая называется банк. Сейчас их 900. То есть процесс централизации и концентрации банковского капитала в России идет. Но если мы возьмем вот всю банковскую систему России, эти 900 банков, то активы всей банковской системы России меньше одной крупной банковской монополии. Хоть американской, хоть французской. То есть нам еще расти и расти. Ну, зависит от этого. Что? Ну, пожалуйста, Ситигрупп. Меньше, да? Конечно. Совершенно верно. Систе Генераль. Совершенно верно. Поэтому... Цифры еще видите? Неоценочное суждение цифры. Цифры могу. Ну, не сейчас, а вот вам приведу. Ну, мы можем остаться и... Вот, пожалуйста, зайти в статистику, в интернету. Конечно. 2 триллиона среди. Я думаю, что у нас получается меньше 2 триллионов долларов по России. По России. Вот, по России, да. Съезды 1,8. А у тех банков побольше. У тех банков побольше. И последнее. В отношении настоящего финансового капитала. Но настоящий финансовый капитал есть. Это вот американский, английский, французский. И он делает, делает попытки. Попытки установить в России фашизм. Но это будет фашизм на экспорт. Так, у меня все. Я уложился 5 минут, пожалуйста, исключительно слово. Можно еще сказать? А выступить еще можно? Да кто у нас уже? Время час 15. У нас, я думаю, не последнее наше собрание и заседание. И я хотел бы всех принять во внимание, что мы находимся в университете. Если мы находимся в университете, это не обмен мнениями по какому-то острому вопросу, а мы должны принять во внимание всю ту науку, которую мы изучали. И прежде всего не делать логических ошибок. Ну, первое, что я посоветовал бы, не делать ошибки такой, что необходимые условия рассматривать как достаточно. Наличие финансового капитала, о котором здесь столько много было разговора, не является достаточным основанием для фашизма. Не является. Никогда не было, не является и не будет являться достаточным основанием для фашизма. Александр Владимирович, это является необходимым условием. Если у вас нет финансового капитала, не получится фашизм. А если есть, то страна, в которой есть финансовый капитал, может быть активным борцом против фашизма. Как Соединенные Штаты Америки были активным борцом против фашизма во время Второй мировой войны. И Великобритания, у которой финансовый капитал был, тоже были активным борцом против фашизма. И вообще это игнорирование даже сталинского всего этапа, когда думают, что, так сказать, если страна империалистическая, то она тогда обязательно фашистская, а уж если финансовый капитал, то уж тем более она фашистская. И первое неверно, и второе неверно. У нас была Первая мировая война, мир вступил в этап империализма очень давно, до Первой мировой войны. До Первой мировой войны. Это была война за передел мира. К этому моменту, как написал Ленин, уже мир был разделен, и началась борьба за передел мира горсткой крупнейших, вот о чем сказал Виктор Иванович, империалистических государств. И они продолжают этот. Вот кто эти крупнейшие? Тут идет соревнование, я тут согласен, конечно. То, что потенциально и Россия может стать такой державой, никто исключить не может. Это первое, чтобы у нас вот тут не было ошибки. Второе, надо всегда, когда мы что-то оцениваем, значит, брать точное определение. Сколько, какой бы ни был большой, так сказать, капитал у организации под названием банк, которая обобрала, допустим, все население и загубила всю промышленность, это банком не будет. Потому что если на клетке слона написана надпись «Буйвол», не верь глазам своим. Определение банка – это организация по обслуживанию производства. Где вы видели в России хоть одну организацию под названием «Банк по обслуживанию производства», который
временно свободные средства в производстве аккумулируют и направляют туда, где есть временный недостаток в этих самых средствах. Есть такие организации в Соединенных Штатах Америки, есть. Есть такие организации в Великобритании, и есть такие организации во Франции. Таких я не знаю организаций в России. Если кто знает, скажите. А то, что они иногда дают кредиты, это называется ростовщический капитал. Потому что давать деньги в рост – это характеристика ростовщического капитала. Если это будет мощный ростовщический капитал, это гибель для промышленности. Это не то, что характерно для империалистического этапа, а то, что характерно для средневекового экономического развития. Третье, что надо иметь в виду, в соответствии с ленинской методологией, что всегда, когда мы говорим о каких-то задачах текущих, вот в текущем политическом моменте, надо четко очень определить, на каком этапе движения находится история, вот в этой стране или в этом мире в данный момент. Сейчас что в мире? Сейчас революционный подъем? Назрела революционная ситуация где-нибудь? Назовите такую страну, где это назрело. Сейчас в мире идет откат. Сейчас идет откат от демократии буржуазной, как формы буржуазной диктатуры. К буржуазной же диктатуре, но не в форме буржуазной демократии, а в форме фашизма, то есть открытой, террористической, которая подогревается аппетитами этого самого мирового финансового капитала, вот той кучки и горстки крупнейших империалистических держав, в пул которых Россия не пробилась. Может, к нашему счастью. И на этом этапе рассуждать, сидеть товарищем коммунистом и представителем рабочего класса, рассуждать о позиции, вот как сейчас сделать революцию, когда идет в истории откат к фашизму, от демократии, ну это какой-то ребячий какой-то вздор, я бы сказал. Просто ребячий вздор. Потому что на этапе наступления фашизма никогда не бывает никаких социалистических, и не было никаких социалистических революций. А уж насчет того, чтобы разгромить фашизм, надо уничтожить капитализм, ну это просто ерунда. Ну просто, это не просто ошибка, это игнорирование всей истории борьбы с фашизмом. Кто какой уничтожил капитализм, как предварительное условие разгрома фашизма? Предварительным условием разгрома фашизма было закрытие временное Коминтерна. Наоборот. То есть некоторые, так сказать, заведомо правильные политические задачи были пригашены товарищем Сталином и, так сказать, руководством нашей страны для того, чтобы в союзе с другими державами, совсем не коммунистическими, а с антикоммунистическими, с капиталистическими, с империалистическими, с финансовым капиталом разгромить германский фашизм. Тактический ход. Тактический, политический, не просто тактический. Просто если история пошла сейчас назад, не надо изображать, что вот на этапе движения вспять можно, не решив вот эту задачу, вернуть в прежнее положение, разворачивать борьбу в полной мере за социализм. Эта борьба должна вестись, и для этой борьбы надо делать ту работу, которую мы делаем все, и вести коммунистическую пропаганду, и никак ее не сворачивать, потому что в идеологии не может быть никаких компромиссов, независимо ни от каких этапов. Всегда вести работу с рабочим классом, и устанавливать все более тесные связи с рабочими. И вот я наблюдаю, что те люди, которые громче говорят, больше, громче всех о политических задачах, они никакой связи, или очень слабо имеют связь с рабочим классом. Это прямая вот зависимость, мы наблюдаем. Выходят, выступают, резко, так сказать, высказываются. Поэтому вот об этом не надо забывать. Потому что борьба и связь с рабочим классом нужна и для борьбы с фашизмом, и для борьбы с социализмом, и для борьбы для совершения социалистической революции. Не надо думать, что вот сейчас какая там конституция. Какие бы они конституции ни написали, если эта предварительная работа не проделана на Украине, там никаких надежд на то, что сейчас в какой-то из этих республик, которые как-то героически создаются и ведут героическую антифашистскую борьбу, что там может быть социализм. Это большая наивность. И никакой там не рабочий класс во главе. Там, конечно, не профессора во главе. Люди рискуют жизнью своей, и мы там наблюдаем, что постепенно мы видим там, во-первых, военные, прошедшие соответствующие школы, во-вторых, рабочие, которые не боятся рисковать своей жизнью. Там состав. И там есть известное количество рабочих в большей пропорции, чем, между прочим, так сказать, обычно в обществе. Но совершенно нормально для борьбы с фашизмом, что во главе антифашистского движения могут быть отдельные предприниматели, в том числе мелкой буржуазии и так далее. А если бы мы на этапе
Давайте вспомним вообще вот азбуку ленинской, так сказать, борьбы. Ну, на этапе борьбы с царизмом. С кем совместно рабочий класс ведет эту борьбу? Совместно с кем? Один или с буржуазией? Из мелкой буржуазии. На этапе борьбы за социализм. Он уже не с мелкой буржуазией, не с буржуазией, а при нейтрализации мелкой буржуазии с рабочим классом только. Рабочий класс делает социалистическую революцию. Сейчас что, этап социалистической революции разворачивается? Где? Покажите мне такую страну. Мы очень бы хотели, чтобы это разворачивалось. Мы-то, между прочим, еще и наблюдаем, еще и анализируем, что происходит. Нету сейчас такого. Ну вот, точно так же, как Ленин говорил, отвечая на реплику Троцкого, что, дескать, вот без царя правительство рабочее. Сразу, вот, так сказать, февральская революция произошла, и сейчас вот сделаем рабочее правительство, поставим. Сходу. А Ленин говорил, не получится сходу. Почему? То, что вот было 11,5 часов в рабочий день, а сейчас 8. Не будет участия в государственном управлении. Хоть какого-нибудь в это свободное время рабочие не сорганизуются как следует. Они сорганизовались, создали советы, широко создали. Советы большевизировали, а то были меньшевистские советы. Если этого не будет, то нельзя сделать социалистическую революцию. Поэтому вот через некоторое время можно будет так вопрос поставить. И как можно, вот, если начнется открытая террористическая диктатура в России, и просто, скажем, вот те, кто здесь сидит, товарища Маленцова сразу тут же его, раз, и его нет. И товарища Бегизова, я думаю, нас тоже тут не оставят в покое. Нет, я с ним не согласен. А вам не будут разбираться, вы согласны? Вас в одно место, в одну душегубку поведут. То есть я хочу сказать, что надо прекрасно понимать. Люди, живущие при буржуазной диктатуре и не пожившие при фашизме, очень легко рассуждают. Им это все равно капитализм. Разный капитализм будет, разный. У нас есть капитализм на огненной земле, есть капитализм в Иране, клерикальный. Но там не контрреволюция, но там. И есть опасность, что там вот может быть клерикальный, так сказать, христианский этот самый капитализм сейчас в той же Донецкой республике. Может быть? Может быть. Никто не будет. Мы не можем никак гарантировать. Мы можем советовать здесь, высказываться, критиковать даже можем. Но это довольно... Церковь поддерживает. А? Церковь ополченцев поддерживает. Но это о другом речи. Мы, так сказать, о другом речи, что надо различать, разный бывает капитализм. И некоторые люди, которые думали, что в России будет капитализм, и они будут хорошо, они думали, что будет как в Америке, или будет как в Англии. А если будет как в Африке? В Африке везде капитализм. И Африка живет при империализме. Все страны живут при империализме. Нет ни одной страны, которая не живет при империализме. Только одни, так сказать, грабят. Это кучка. И вот наши дорогие товарищи, и греческая компартия, написала уже доклад и уже разослала, которая хочет на Белийском семинаре. И она хочет поправить Ленина в этом отношении, что, дескать, не кучка грабит, это вот, наверное, так сказать, вот зря так вот Ленин сказал, все-таки это все как бы грабят. Да, конечно, все понемножку грабят. Все капиталисты, все, не только империалисты, все капиталисты эксплуатируют рабочих. И эта эксплуатация – это более сильное высказывание, чем грабеж. Потому что грабеж я у вас пришел, ударил, забрал один раз. А рабочих грабят каждый день, то есть все время отнимают у них прибавочную стоимость. Поэтому эксплуатация – это очень более сильное слово, чем просто грабеж. А мы знаем, что одни вывозят свой капитал, а другие являются вот той самой рабочей силой, которая создает прибавочную стоимость для тех, кто вывозит капитал. И таких сейчас государств, которые вывозят капитал, очень мало. Китай очень мало вывозит. Хотя вывозят, в Грецию вывозят, там, Пирея, уже есть порт. А игрушки, когда он вывозит, не вывоз капиталов. Это завоевание рынка там и прочие плохие инструменты, вот, негодные и так далее. Это все не вывоз капитала. Кто вывозит капитал? Греция вывозит капитал. Испания вывозит капитал. Италия вывозит капитал. Ну, в какой-то мере элементы всего есть. Вообще в общественной жизни сложности все эти есть. Но это надо понимать. Вот я хочу сказать, я хочу всех призвать к тому, чтобы мы строго держались определения. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Значит, и наличие финансового капитала еще не делает страну. Еще надо констатировать, кто на какой стороне будет. Вообще, самый пригодный, наиболее адекватный для буржуазии системы является не фашизм. Если бы это было не так, не было бы Нюрнбергского процесса.
самой хорошей системой обмана людей, которая гарантирует длительную, так сказать, жизнь буржуазии без социалистической революции, когда она предлагает всем проголосовать за те самые вериги, которые надеты им на шею. Вот проголосуйте все, и вы увидите, вы вот в большинстве за буржуазию. А раз вы проголосовали, ну теперь несите это все. И это, как выяснилось, так сказать, после Второй мировой войны, самая лучшая система. А потому что от фашизма можно всего ожидать. Например, что, так сказать, они же возьмут тех же самых капиталистов. Или олигархов, как некоторые думают. Капитализм-то не исчезнет, если олигархов убьют. Вырастут новые олигархи. Это не проблема. Вот олигархи этого боятся. И фашизм в этом смысле не нужен. Придет бесноватый фюрер и уничтожит. Поэтому я думаю, что вот если мы за этим внимательно следим и внимательно, так сказать, и правильно применяем определение, а не просто слушаем, что нам скажут. Нам скажут, не надо верить, потому что тот, кто в политике, в экономике верит на слово, есть круглый дурак. Я согласен, что надо все проверять, но дело не в воспоминаниях там и не в заявлениях отдельных лиц, а дело в анализе общей ситуации и обстановки. Пока движение у нас идет вспять. Вспять идет движение, в мире идет движение вспять. А вы думали, что после падения Советского Союза движение пойдет вперед? Чего мы удивляемся-то? После падения Советского Союза, хорошо, что Россия не раскололась на куски, потому что все подготовлено, вот у нас два правительства здесь на площади, для того, чтобы все разбить. Где эти самые договора между субъектами федерации? Когда Орловская область-то со Смоленской договорилась, чтобы быть федеративной? Это всегда была унитарная часть России, унитарная всегда, уже все распилено. Все это держится еле-еле. Поэтому надо понимать, на каком этапе мы находимся. Конечно, нам хотелось быть бы на другом этапе. Но вот Ленин говорил, что вот кто в контрреволюционное время не может по грязи проползти на животе, тот не революционер. Так все.